Ребятки, всем привет! Сегодня приехала очередная посылочка. Это, я так понимаю, портативная зарядка. Называется он Powerbank, но без батареек, сам корпус. В общем, какой он, сейчас посмотрим и проверим. Так, ехидно упакован, конечно, какие-то. Можно было хоть скотчем перемотать, проводок хоть дать. Да, это с индикатором заряда. Или это фонарик? А, да, это фонарик. Значит, глянцевая поверхность. Сразу вот отпечатки пальцев моих будет видно, то есть... Да, значит, смотрите, китайцы как собрали. Как он вообще открывается. То есть они туда его, короче, собирали, и попало это, и даже не вытащили. Если бы я знал, как его разбирать. Я боюсь просто его сломать. Давайте просто затестим. Короче, сюда подключается зарядка. Когда он заряжается, он работает вроде бы. Ну вот что вот это такое, это вообще... Может, это подсказка, где надо ломать? Слышу хруст китайской техники. В общем, я на него сделаю отдельный обзор. Для меня это сейчас загадка, как он открывается. Вижу в нем пока одну рабочую полезную функцию. Это фонарик. А что там, как там и дальше, вот, в общем, что это вообще за косяки, потом выясним. В продолжение этому видеоролику, сейчас я вставлю эти штукенцы и посмотрим, куда тут плюс, куда тут минус, ничего не подписано. Они сюда даже и не подходят. Очень по-китайски сделано, конечно. В самом деле, я даже не знаю, как его всунуть сюда. Какой стороной. Никаких тебе не маскировок, эти штуки вообще нафиг не подходят. Аккумуляторы очень хорошие. О, ну что-то я только что видел. Но, может, дело в том, что у меня аккумуляторы разряжены. Значит, тут должен быть датчик заряда. Ого, греется. Да, вот, ну, работает он вроде бы. Никакого ни проводка не положено, ничего. А, ну вот, короче, они позаряжаются. Говорят, что тут 700 миллиампер. Хотя зарядка 1,5-амперная. То есть, очень долго будут заряжаться эти аккумуляторы. У них емкость очень большая.
Так, и после того, как он позарядится, здесь такой проводок, мы его просто меняем. И, увы, это тоже мой проводок, не положили. И нифига. Значит, у меня еще такая вот универсальная штука. Я не могу понять, почему они горячие. По-моему, оно замыкает что-то тут. О, есть зарядка, да. Идет, заряжается. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу. Всем спасибо, пока.